Продолжаем выпуск. Пятерых пассажиров, выживших во время пожара, в пассажирском автобусе на трассе Самара-Шымкент доставили санавиации в Актобе. Напомню, трагедия произошла сегодня утром. В салоне находились 57 человек, 52 из них погибли. По предварительной информации, это граждане Узбекистана. Как рассказал по телефону главный врач Центральной районной больницы Жаскайрат Сулейменов, первую помощь пострадавшим оказали на месте. Все они были в сознании. Сейчас состояние пациентов стабильное, у двоих обожжены руки. Трое выживших водитель автобуса, они из Шымкента, и два пассажира, граждане Узбекистана. Как стало известно, два дня назад автобус выехал из Шымкента и направился в Российскую Федерацию. По пути он загорелся. Работает оперативный штаб, в его составе представители акимата и всех экстренных служб региона. Для изучения причин происшествия, а также для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших создана специальная правительственная межведомственная комиссия. Телефоны горячих линий в Казахстане и Узбекистане вы сейчас видите на своих экранах.